Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Викана. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Оставляйте комментарии. Всегда рада вас видеть. Сейчас хочу показать вам расклад, что решит партнер, либо его решение. Тема-то такая, собственно говоря, что когда бывает такая ситуация, когда один из партнеров, мужчина либо женщина, будем рассматривать так, не хочет больше продолжать отношения, хочет уйти. А второй хочет остаться и оставить все как есть. И поэтому хочется бы узнать, да, почему. Потому что бывает, говорит, да, в лицо человек, вот я по такой-то причине с тобой не хочу встречаться, не хочу продолжать отношения. Либо это развод. Часто это тоже касается разводов. Мужчины часто это умалчивают. Ну, либо женщину умалчивают. Есть ли какие-то скрытые причины, почему это происходит? Может говорить одно, а на самом деле причина-то другая. Может быть, соперница, либо соперник, все что угодно. И поэтому этот расклад я хочу вам показать по пунктам. Как же можно все-таки прояснить ситуацию? Возможно ли сделать какую-то еще попытку, чтобы вернуть эти отношения? Получится ли это с этим человеком? Либо с мужчиной, либо с женщиной. Может этот сейчас расклад смотреть либо мужчина, либо женщина, совершенно без разницы. У кого-то такая ситуация все-таки создалась. Кому нужен такой расклад? Вы можете у меня его заказать. Все мои контакты есть под видео. Далее. Кто сейчас в такой ситуации находится, если вы попадаете в какие-то определенные ситуации, ищете знаки судьбы, то, возможно, вы сейчас находитесь в нужном месте, вы можете посмотреть. Если эта ситуация, как вам кажется, не совпадает с вашей ситуацией, то я всегда говорю такие вещи. Люди хотят, чтобы все произошло здесь и сейчас. И именно сейчас, и больше никогда. Но, как правило, расклад – это ваше желаемое будущее, которое имеет право быть и хочет быть таким, каким оно будет. И поэтому, как правило, расклад может не показывать на данный момент то, что вы хотите видеть. Он может показывать будущие действия, которых нужно будет ждать. Но если просто сложить ручки и ждать, это может произойти. Если что-то действует, что-то делает, то это можно предотвратить. Вот в чем вопрос. И вот некоторые пишут там, ой, это неправда, это не так. На данный момент, может быть, это может быть не так. Но далее это может открыться именно таким образом. Поэтому давайте будем расклад этот рассматривать сейчас. Я буду выкладывать по карте и будем смотреть, и будем открывать. Кто хочет, присоединяйтесь. Кто не успевает, вспоминайте своего мужчину, как я всегда говорю. Вспоминайте ситуацию, присоединяйтесь. Кто так просто хочет посмотреть, посмотрите так, то можете заказать. Итак, как по мнению мужчины выглядит эта ситуация? Вот что произошло, да? Что он о ней думает на самом деле? Ну, например, сейчас будем рассматривать мужчину, сторону мужчины, расстаетесь с мужчиной, и как он на самом деле, вот он, думает, что же все-таки происходит, по его мнению. Как эти отношения выглядят сейчас для него. К чему пришли в этих отношениях, по его мнению. Почему же все-таки мужчина не хочет продолжать эти отношения? Вот именно в таком формате не хочет. Согласился бы мужчина, честно говоря, продолжить эти отношения, но при одном условии, чтобы что-то изменить в этих отношениях. Если ему предложить, сказать, давайте что-то сейчас изменим, да, и, может быть, начнем по новой, может быть. Если все-таки да, если он согласится, да, то что нужно делать в этих отношениях, как себя вести в этих отношениях, да, далее. Это тоже посмотрим уже, что покажет. Если же нет, то какие перспективы, как пережить это, как себя вести, это тоже вот что покажет. Здесь может быть любая информация совершенно. Далее. Сейчас мы проверим, что мы выложили. Что-то немножко самое, чтобы главное не сбиться. Как его выглядят отношения? Почему мужчина не хочет продолжать? Согласился бы он, если это изменить эти отношения? Если да, что можно сделать? И как можно пережить, если нет? Далее, вот еще одну карту ложу. Реакция мужчины на попытку все-таки обсудить перспективы отношений. Почему я ложу эту карту?
Почему? Потому что, как правило, некоторые мужчины закрываются. Проще простого уйти по-английски, заблокировать смс-ки все, да, заблокировать контакты, и никуда к нему совершенно не пробиться. И на разговор он не идет. Просто не приходит на вызов, как говорится, не приходит на свидание, не хочет, не берет трубку телефона, и поэтому по этой карте мы все-таки можем посмотреть, забегая, может быть, вперед, либо как все-таки может он пойти, его реакция какая, все-таки еще раз попробовать обсудить эти перспективы отношений, будет ли он закрываться, либо нет. И перспективы либо на год мы смотрим, да, но это обычно обсуждается все, либо я предлагаю загадать какой-то срок. Срок – это такой круг. Кругу этого месяца, потому что в магическом смысле круг – это самые оптимальные границы чего-то. И вот в этом кругу мы можем посмотреть месяц, два, три, что же все-таки будут перспективы отношений. Поэтому, если что-то и покажет здесь, да, то не нужно это представлять к тому, что это будет здесь и сейчас. Это не здесь и сейчас. Прошу не путать. Это перспективы отношений, что будет далее. Но при всех тех условиях, если не будут вмешиваться форс-мажорные обстоятельства. Потому что форс-мажорные обстоятельства – это когда давление какое-то либо иных лиц, да, либо вторжение каких-то ситуаций. Вот тогда ситуация может корни меняться. Все, в принципе, происходит от нас самих. Очень много. Поэтому вот сейчас мы посмотрим. Я сейчас открою все карты. Что это покажет, и каждую карту сейчас мы разберем. Еще раз повторяю, присоединяйтесь, кто хочет это посмотреть. Итак, прям сразу по конвейеру пойду, с конвейера прям сразу, не задумываясь, потому что по цвету уже видно расклад неоднородный. Цвет карты, вот открою такой секрет, да, вот есть такие синие, здесь темное небо сзади, вот темное небо сзади. И это говорит уже о таких вот сгущающихся красках. По цвету расклада. В раскладе есть, в колоде карт есть карты разных цветов. Если мы видим пестрый, красивый, яркий расклад, это обязательно все хорошо. Если начинается темное небо, то можем уже такую тревогу бить, да, что здесь что-то не то происходит. Здесь мы уже сейчас будем... Это мечевая масть обычно выходит, да? Либо такие темные таинственные карты выходят, которые закрывают нам обозрение на расклад. И здесь я вижу 3 на 3. Вот как вот в тетрисе, да? Или в этом 3 на 3. Хорошо, давайте приступать. Как все-таки, по мнению мужчины, выглядят отношения? Честно говоря, он просто их хочет закончить. И чем быстрее, тем лучше. До такой степени он не хочет даже рассуждать на эту тему. Он считает, что надо скорее это закрыть и вообще тему не поднимать. Вот это как раз из разряда тех немногословных мужчин, которые даже, честно говоря, даже обсуждать эти отношения не хотят. До такой степени, как я вижу, что-то их достало в этих отношениях, что они реально даже их не хотят обсуждать. Давай быстрее. И, возможно, даже мужчина уходит совершенно от разговора. Он закрывается. Либо по этой карте, это быстрая карта Аркан Суда, она показывает, что он какими-то отговорками, отписками, какими-то такими словами короткими отделывается. Он даже, честно говоря, я так понимаю, что он даже и в мыслях не хочет долго это держать. До такой степени хочется избавиться от всего этого, что он даже держать в мыслях этого долго не желает. Это быстрая карта, еще раз повторяю. Быстрее, быстрее, быстрее. Как сядешь на него, так и слезешь. Честно говоря, особой информации там добиться достаточно сложно, вот как я вижу по этой карте. Почему он все-таки не может и не хочет продолжать в этом формате отношения? Отношения приносят ему одни страдания. Страдания, переживания, сожаления. По всей видимости, ему надоело быть в таком состоянии постоянно, либо в угнетенном состоянии, да, либо терпеть что-то от женщины. Поэтому я вижу, что мужчина такой, ну, печально плачевное состояние, хотя сзади него два кубка стоят, и они показывают, что еще не все потеряно. И он уж слишком уже сгущает краски, очень слишком сгущает краски и не видит еще, что осталась энергия. Вот два, стоят два кубка сзади. Эти-то все уже использованы отношения, и он уже устал. Но есть еще энергия, может быть, которую он не дожал. Чего-то, что-то зависело от него в этих отношениях, но он этого женщине не давал. По всей видимости, вот он только очень болезненно ко всему относился, но что-то
приложить руку к этим отношениям не очень-то ему хотелось. Ну, в принципе, по первой карте это понятно. Быстрый такой человек, все быстро. А логически размыслить о чем-то, да? Но энергия для возобновления отношений я вижу, что есть. Сзади него стоят два кубка. Они все-таки есть. Далее. Согласился ли мужчина бы все-таки продолжить отношения, если все это изменить? Я вижу, с большим скрипом согласился бы. Почему? Потому что для него это очень мучительно ночевать все снова. Аркан смерти. Аркан смерти – это мучительная реинкарнация перехода с одного положения в другое в жизни. Когда выпадает аркан смерти, это говорит о том, что как было, больше никогда уже не будет. И поэтому, как только предлагаем ему там вот это все возобновить, эти отношения, да, выходит аркан смерти здесь и показывает. Очень с мучительным скрипом можно, он бы согласился. Потому что он понимает, он боится пройти еще раз эти отношения. Что его в этих отношениях-то испугало? Что его так вот скрючило в этой карте? Я не знаю. Это нужно рассматривать чисто индивидуально в каждой паре. Но я здесь пока ничего хорошего здесь не вижу, ни у него на душе. И, короче, аркан смерти, как такая мясорубка, она прокручивает людей, но потом... Человек просто не понимает. Вот мы видим вот эту энергию, сзади два кубка стоят у него, да, все-таки за спиной. Человек не понимает, что можно еще раз что-то потрудиться и переделать, и выйти, вот белый цветок здесь у нас, да, есть. Это хорошее будущее. Это хорошее будущее. Человек просто оттолкать в спину в это хорошее будущее, доказывать, что можно еще что-то. Где-то ты тоже виноват, что-то ты не доиграл в этих отношениях. Вот до такой степени мучительно, поэтому, наверное, со всеми, по всей видимости, совершенно старается просто избавиться от этого дела, не задумываясь ни о чем. Далее. Если да, если он согласился бы, например, то что делать, да? Ну, в принципе, если он согласился бы, я здесь вижу вообще странную двойку жезлов. Она до такой степени странная. Здесь двойственность опять. Опять возвращаемся к аркану смерти. Двойственность. Согласился бы он. И да, и нет. С великим скрипом. Видите? И да, и нет. Вот по первой карте я вижу, что человек долго особо-то не задумается. Он живет по обстоятельствам. И поэтому, по всей видимости, что-то произошло, и он решил, как говорится, просто скинуть вот как назойливую муху, да, и начать новую жизнь. И здесь вот и да, и нет. И да, и нет. Согласился он, не согласился, надо его уговаривать, надо ему звонить, надо ему говорить, надо прикладывать усилия, вот как маленький ребенок, ей-богу. Ну, давайте пока эту карту оставим в покое, потому что очень многие карты я оставляю пока в покое, я иду дальше к концу расклада, и периодически, если вы обратили внимание, я обращаюсь к предыдущим картам, к предисловию. Пока оставим эту карту, потому что когда сейчас начнем открывать, мы дальше еще будем видеть остальные события. Реакция мужчины на попытку женщины обсудить с ней перспективу. Ох, какая болезненная. Вот как вот эти две карты похожи. Аркан суд, скинуть себя все, сбросить побыстрее. А здесь вообще обрубить. Он может обрубать все контакты. Он может вас заблокировать в социальных сетях. Он может не брать трубку. Он просто вот очень быстрые две карты. Этот рубанул, как говорится, с плеча. А этот скинул с плеча. Вот одно и то же. Представляете? Вот как вы представляете, вот у человека оружие в руках, меч, да? Вы к нему с хорошим, как говорится, добрым подходите, он раз вас этим мечом, как говорится, ваш, не то что вас, а ваше намерение просто обрубает. Может резко, может нагрубить, может нахамить, может развернуться, уйти, может устроить скандал, может какую-то ревность пустить, да? Лучшая защита – это нападение. Я, честно говоря, вот, когда я увидела первую карту, я сразу все поняла. Я сразу все поняла, что дальше будет, даже не глядя. Вот на это вот самое. Это карта, вот высшие арканы, они до такой степени. А здесь у нас два высших аркана. Суд и смерть, пожалуйста. Человек просто похоронил эти отношения и не хочет вот эти мучительные больше реинкарнации. Она ему не нужна. Он не хочет. Для него это так все мучительно, что он хочет просто избавиться. И все это обрубить, и все дела. Но может немножко, конечно, там женщина, ну, поколебаться. То, что у человека осталось, то, что это, возвращаясь к этой карте, опять к ней идем, к этой карте, согласился. Может, согласился, а может быть, нет, и сам ничего не знает. Такая вот просто держит вот женщину на перепутье, как говорится, ревнует ее, держит на перепутье. Ну, такой достаточно мужчина.
Перспективы, последняя карта в этом раскладе. Загаданный срок. Я так думаю, что все-таки будет расставание. Что терпение женщины переполнится. Ей надоест все это хозяйство за ним бегать, его уговаривать, что-то делать. А у женщины пентакли уже падают с этого сундука. Терпение переполнено. Пентакли шикарная, отличная масть. Это говорит о том, что женщина может встретить просто другого мужчину. Не ее это мужчина. Раз в этом, говорится, мы вместе не можем сохранить это богатство этих отношений, да, мы пойдем и с другим мужчиной их сохраним, эти отношения. Этот сундук пентакли всегда показывает что-то такое переполненное, что-то такое уже терпение ушло у человека, что пора уже новый сундук заводить. Понимаете? Пора уже заводить новый сундук. Нового мужчину, я имею в виду. Поэтому перспектива будет полное изменение. Полное изменение. И ничего продолжаться дальше вот в этом ключе не будет. Потому что здесь реально какое-то упрямство, какое-то недопонимание, нехотение понимать, закрытие, обрубание такое. Не хочет человек эту информацию никакой близко принимать. Так что, ребят, вот такой расклад я вам показала. Если у кого-то ситуация похожая, то я вижу, что в принципе, в таких отношениях и человек с людьми, не думающими ни о чем, лучше не связываться. Потому что человек, по всей видимости, когда скидывает в себя все, вот как с гуся вода, как говорится, это такое некое равнодушие к другому человеку. Нехотение понять. Вот личные амбиции, личный эгоизм такой. Я не хочу и все. Я не хочу и не буду. А как тебя понять? А вот сама постой тут и подумай. Сама постой, подумай. Знаешь, пространство вариантов, оно великая вещь. Постой, повыбирай. Так что, ребят, вот такой расклад я вам показывала. Хотите, верьте, хотите, нет, как говорится. Если вам нужен будет такой расклад, загадывайте, посмотрим. Заказывайте, посмотрим, не вопрос. Всего доброго вам. До связи. Буду делать еще интересные расклады. Будем смотреть, будем разбирать. Подписывайтесь на мой канал, еще раз говорю, нажимайте на колокольчик. Мои контакты есть под видео, если кому-то что-то нужно. Всего вам доброго, всех вам благ, удачи, любви, не теряйте своих любимых. С вами была Викана. Всего доброго, до связи.